самому попробовать. Что, раньше в Destiny играл? Нормально было. А тебе понравилось, Минти? Мне кажется, девочкам нравятся эти игры. Диссидант поиграл, что-то не хватает. Чего? На твой взгляд, чего не хватает? Там вон Конкорд вышел. Конкорд уже обосрался. Конкорд я не могу купить на свой аккаунт, потому что его он заблочен и в России, и, блядь, в Казахстане, прикиньте, из-за отсутствия PSN. Если бы мне кто-нибудь каким-нибудь боком отправил бы подарком Конкорд, я бы его уже постримил бы давно. Ученый обосранный. Купи турецкий. Да, блять, еще и под другой, еще третий аккаунт покупать. Здорово, Алексей. Много времени для этих игр надо. Ну как будто бы, да. Как будто бы, да. И непонятно, минус это или плюс. Видишь, кому-то нравится задрачивать игры эти. Там подписки пока бесплатно до релиза. Да не, я бы лучше в стиме бы хотел. Но, по-моему, гифтеров нету из... не из СНГшных стим аккаунтов. Понятное дело. Да-да. Ну ты, конечно, странно влетел, бро. Странно он сделал, но ладно. Господи, Чейлз. Блин, какой скин классный на нижу. Я пробовал First Descent еще на тесте, мне не понравилось. Так тебе же нравится Warframe, ты же в этом плане очень закомплексованный молодой чебурек. Ну, закомплексованный не в прямом смысле этого слова имеется в виду. В том, что ты очень сдержанно к играм относишься. Тебе, если нравится Team Fortress, то обязательно Overwatch говно. Тебе, если нравится Warframe, то обязательно First Descent говно. Ну это из того, что я заметил. Может не так резко прям, но мне кажется это так. Хорош. Как это называется? Консерватор. Во, ты очень консервативный. Блять, что мне так крипы больно бьет, чат? Ну это видишь, это твои консерваторские чувства так играют, мне кажется. Но это я не шучу, у меня и правда так кажется. Типа ты уперся вот в эту планку, то что вот... Типа First Descent пытается быть Warframe'ом, и все. И вот он в голове у тебя такой и остается. Так, сразу мьют. Че, плашка с паузой не исчезает? Баг? Ну, нет. Она же не ставится во время боя. Типа... У нас, видимо, все время какая-то движуха была. Крипсеров не ворую. У них вообще странный пик. Как мы проигрываем, пока непонятно. Это я еще криты просто не собрал. Сейчас соберу и все. Пытался, бро, я пытался как мог.
них как будто бы Сусаныч очень неактивен. Во, хорош. Хорош консольщик. Блин, надо записать. Я же все хочу записать с майца Steam Deck'а. Ради рофла. Это надо монтировать, что-то делать. Я знаю, что у них смешаны отзывы у этих игр по определенным причинам. Типа у того же First Dissident говорят с лутом проблемы. Странно, да? В лутер-шутере проблемы с лутом. Там типа шанс выпадения гига маленький, и люди с этого просто дико горят. Что им приходится часами выфармливать всякие изичные вещи, которые, казалось бы, в другой нормальной игре ты бы выфармил. Как за здрасте. Аванс Юван, не помню, тоже за что-то ругают, но не помню за что. Вот у них чел сразу бежит, а у меня чел сразу не бежит. Но спамит help, help. Надо пройти сюжет, иди в харды, там все падает сотни раз лучше. Наверное. А ты играешь прям? Блин, боюсь, с такой командой нытиков ничего не получится. Ну вот, он же его опережает. Солян и Ванхур. Что за фриковство-то? Они везде просто, они везде и нигде. Надо помощь от команды. Дальше просто унылый фарм, что-то ради непонятно чего. Ну вот, кстати, во First Dissident я даже не знаю, есть ли PvP составляющая. Просто в Once Human есть. А в Dissident хз. Ой, куда я кинул? Нет? Ну тогда это просто классический лутер-шутер. Просто в Destiny есть PvP. В Warframe нет PvP. Я, кстати, может быть, из-за этого в Warframe и не играл. Что мне всегда казалось странным очень фармить ради того, чтобы дальше фармить в таких играх, в шутерах именно. Вот, допустим, в Дипроке я понимаю, зачем мне фармить и для чего. В каком-нибудь Дарктайде я понимаю, для чего мне фармить. Но для чего мне фармить в Warframe, я не знал никогда. Warframe есть по выбросу, она там не прижилась. Ну, то есть его нету. То есть не, им никто не занимается, да? Be careful. Out of mana. That is quite unfortunate. Your right tower is under attack. Не-не, в Destiny оно есть, наоборот. В Destiny оно как раз таки есть. В First Dissident его нету.
Серьезно? Как мы его не убили? Не-не, в Destiny хорошая PvP как раз таки. В Destiny это шикарная PvP. Но все еще активно. Ну так это значит, его нет, вот раз. Если в него никто не играет, это значит, что он и есть. И это очень странно. Ну как по мне. Так, господи, почему влево? Я просто всеми обилками миссу. Капец, я так напрягся, что ж охренел от напряги. Чтобы его убить. Да нет, нет, ну ты же тоже без КП захватывай. Нет. Почему у них команда так быстро ротируется просто? Хорош. Просто не успеваю кнопочки жать. Я туда, и там люди. Я сюда. Смотри, и Один уже на миду. А что происходит? 12-я минута. Челикс ротируется просто, как не знаю что. Ну зачем ты здесь? Да я пофармлю. Да нет, Тразис, это понятно, ты ищешь следствие, а надо понимать причину. Зачем тогда делали PvP, если оно не сбалансировано и там с какими-то айтемами не работает? Ну какой в этом смысл тогда? Да и не игроков это вообще проблема. Я вот не понимаю просто шутеры без PvP. При этом есть Left 4 Dead какой-нибудь, Back 4 Blood, и у них все ок. Купидон. Сделали, что смогли. Ну, как будто бы лучше бы не делали, чем сделали, что смогли, нет? Как будто бы. Не знаю. Be careful, right? Enemy missing middle. Sneaky. Смотри, их уже трое здесь. Задолжена, как лохушка. Ой, блядь, чё не умер. Жесть, сюда. Это было очень хорошо задолжено. Вкусненько, вкусненько, вкусненько. Но её бульт меня убил, это точно. Блин, надо посмотреть, что за онлайн в Warframe сейчас, интересно. Много людей вообще играют до сих пор. Волдовую игру лину-то. Ой, хорош дотикал. Ты
отсюда. Как же криты хороши на ниже. Задоджено. Ой, лол, это вообще такой лол. Ну, криты, конечно, решают. Нижа и криты — это жесть какая синергия. Упс. Случайно бро взял твой красный. Ну, слушай, не знаю, не всегда же это хорошо, эксперименты. Уф, по 1200 по крипстерам уже. Ну, пойди, Купидона я просто уничтожу, да? Сюда. Я этого уничтожу. Хи-хи-хи. Ну, криты решают. Как будто бы. Саныч сейчас очень жесткий джанглер, но я его вроде как переезжаю. На 200 дал ему в загривок. Блять, за двумя зайцами. Ой, блин, прикиньте. Я умер. Ай, окей, разящий возьмем тогда. Раз заказанный билд криты именно. Я думаю, разящий нормально будет. Больно было ему. Хорошо. Хороший, хороший дэмэндж у Юйхуана. Молодец. Чё за прикол через шипы мантикора играть? На саппортах через шип мантикоры. Это мета сейчас какая-то или чё? Было варды, наверное, взять, да? Ладно, хотел еще банку запить. Ты есть.
здесь у меня урон, конечно. Просто забейте. Уронище просто невероятный. Ну, тебе не пить хорошие характеристики шмота. Долго думал, что с ним сделать. Думал, блинкнет сейчас. Вау! О, bad guy, да. Боди, не злись, бро. Боди, не злись, бро. Нет, маны, блин. Это ласт игра? Да, я думаю, да. Почему с Майки, кстати, нет прикола, что если Одина убивает его клетку, то баб получаешь ты? Ну, потому что это было бы слишком сильно. Прикинь бы, если бы Челикс фидил бы, и что бы тогда было. Ладно, что-то долго здесь, я думал, уже быстро. Не знаю, Тразис. Мне кажется, также разработчик контролирует контент и в TF2. По факту было бы честно, но... Наверное, нет. Теперь она задолжила. Молодец. Спасет ли ее это? Это точно спасет. Фу, гора рыбы убери. И... Думал, он в любви пойдет? Ой-ой-ой, просто куски отлетели от него. А нам нужна эта Gold Fury сейчас? Ладно. Мне надо 1200, чтобы взять два глифа. Два глифа дайте, пожалуйста, по акции желательно. Be careful, be careful. Ну, слушай, это же не сразу так было, Тразис, правильно? Это сколько лет прошло, когда дали возможность ТФ-шерам делать свой контент и все такое? Ну, я так думаю. Я не шарю, конечно, за Team Fortress. Что-то мне кажется, не сразу это было. Что прям сразу кастомные сервера и все кастомные. И вот развлекайтесь, ребятушки. Обычно такое происходит спустя какие-то года, когда игра уже особо никому и не нужна. Сразу дали? Удивительно. Сейчас вроде так не делают. Чтоб сразу. Ой-ой-ой-ой-ой. Что? Как я мисс? Не спасло. Не спасло. Не спасло. Не спасло.
Иди сюда. Маленький засранец. Здоровый. Ну что, я надеюсь, Райзус останется довольным своим донат-пиком. 15-1 я сыграл. Вот она, сила мотивации еще. Не больше и не меньше. Сила мотивации. Тысяч. Но я даже не стал топ-демеджем. Прикиньте, Сан Вуконг меня передамажил каким-то образом. А у них Один меня передамажил. Что? 3-7 чел меня передамажил? What the fuck? Нормально, нормально.